Митингами пригрозили саратовские лодочники. На встрече с общественниками области владельцы маломерных судов сказали, что пойдут на крайние меры в случае, если вопрос с их переездом не решится в ближайшее время. Ранее им обещали три варианта решения проблемы. В качестве размещения лодок рассматривались поселок Юриш, Зеленый остров, но документы все еще не оформлены. А покидать нынешние базы лодочники не хотят. Общественники, в свою очередь, считают, что доводить ситуацию до критической точки нельзя, и объясняют, что для города сейчас важно строительство новой набережной. И лодочники рано или поздно должны освободить территорию. Мы не можем бросить людей без стоянок для лодок, потому что многие это лица пенсионного возраста, и им тоже необходимо проводить тоже свой досуг, но там они денежку зарабатывают с помощью ловли рыбы и так далее. Вот. И поэтому вот тут, я думаю, общественная палата будет заниматься именно налаживанием диалога между обществом и властью. Общественники пообещали в ближайшее время обсудить проблему за круглым столом, чтобы наконец прийти к компромиссу.